Серега, иди сюда, пусть на камере глянут, кого накрыло. Меня накрыло. Ну, что поросло? Слухи полнятся. Говорят хорошее, говорят плохое. Ну, вы сами видите, сами знаете, что Господь есть Бог, и Он живой Бог. И то, что Бог в моей жизни сделал великие чудеса. Я был наркоман, был алкоголик. Вот, и Бог просто освободил меня от этого. И, естественно, сейчас многие во всяких разговоров уходят. Может, до кого-то что-то доходило, так что... Это ваши проблемы. Мои проблемы. Спасибо Богу. Слава Господу.